12 июля на стадионе ФОКа «Авангард» прошел региональный этап Всероссийского фестиваля ГТО среди школьников. В турнире состязались 45 участников, показавших лучшие результаты в отборочных соревнованиях. Юноши и девушки соперничали в 8 видах испытаний и двух возрастных категориях – 11-12 и 13-15 лет. Победители и серебряный призер в каждой номинации получали право представлять наш регион во всероссийских соревнованиях, которые пройдут в Международном детском центре «Артек». Хорошие результаты были показаны уже в первых стартах. Беги на 60 метров, 1,5 и 2 километра. Я пришел первым. Я очень счастлив, потому что соперники были очень трудны, с ними было бежать. И серьезные на самом деле. И я счастлив, что есть такие соревнования, которые дают повысить свой рейтинг, посоревноваться с другими соперниками. Далее ребята состязались в силовом блоке упражнений и выкладывались по максимуму. Я считаю, что нужно каждое здесь по-своему упражнение нужно выполнять технично. Все другие даже виды помогают как бы даже расширить свой кругозор, понять, что из себя представляет каждый вид метания, бег, плавание, стрельба. В итоге медали с благородным напылением и путевки в Артек завоевали представители Омска, Калачинского и Горьковского районов. Мы стали подключать детей, которые обучаются в детских спортивных школах. У нас уровень вырос намного. А теперь, когда у нас вновь вернулся наш военный кадетский корпус омский, у нас еще мы получили качественный шаг вперед, потому что вот эти кадеты, которые мы тестировали, их там более 300 человек, некоторые из них сегодня участвуют и на выдающихся ролях, и показывают результаты очень высокие. Я так скажу, что это внушает большой оптимизм, если они будут представлять Омский регион на всероссийском финале. Финал всероссийского фестиваля пройдет в Международном детском центре «Артек» в сентябре.